Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Сітаном. Романа Григоровича, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю здоров'я! Романе Григоровичу, у Франції заявили, що Китай надає військову підтримку Росії, про це заявив радник Макрона, а також керівник секретної розвідувательної служби Великої Британії заявив, що Китай і Сі Цзіньпін абсолютно причетні до вторгнення Росії в Україну. Ви про це неодноразово говорили в своїх ефірах, а тепер вони це визнають, і що далі? Нет, это очень хорошо. То, что одно дело мы говорим как блогеры там, или обозреватели, это одно. Мы можем домысливать, мы можем брать информацию и дальше ее слаживать под какие-то логические схемы. А вот когда это говорит, это одно. А когда это говорит уже как минимум руководитель разведки, а это значит, он же ж не на нас, так сказать, ссылается, он уже ссылается на определенные внутренние документы, на разведданные, которые, скорее всего, в ближайшее время просто уже вылезут наружу. И потом, и для того, чтобы потом не сказали, ну а что же вы, разведчики, вы что об этом не знали, вот они упреждают выход таких документов, упреждают, показывая свое знание. Знали они с самого начала, с первой поставки, и с первой команды Путину ФАС, нападая на Украину, они это уже знали. Знали это наша разведка, знали это наши партнеры. Просто есть моменты, связанные там дипломатические, политические, они об этом говорить не могут. А мы с вами можем, потому что мы же тоже видим некоторые действия, можем их просто сложить в логическую цепочку причинно-следственных связей. Потому мы можем это озвучивать. А вот уже разведка или, по крайней мере, дипломаты начинают это уже озвучивать от себя. Это уже серьезно. Это уже серьезные вещи. Значит, в ближайшее время будет официальная информация уже. Официальная информация – это уже от руководителей. Даже разведка – это информация, ну, она не совсем официального уровня. То есть это какие-то разведданные. А вот официальная информация – это тогда, когда такие вопросы участия Китая в причастности Китая в агрессии России против Украины, это уже будет вынесено, допустим, на уровень там, совещаний Евросоюза, G7, G20. Это вот такие официальные вещи. Вот тогда это будет намного серьезнее. Мы просто, как сказать, перед бурей легким ветерком проходимся, а буря уже может быть потом. И вот эта буря, она может совместить вместе вот этого дракона. Мы с вами об этом неоднократно говорили. Трехглавый дракон. Иран, Россия, Китай. Вот эти три головы, но туловище у них одно. Причем центральная голова – это китайская, а Иран и Россия – это такие две цепные собаки, которых использует Китай, Россию для движения нападения в сторону европейской цивилизации. Ну а Иран на Ближнем Востоке Китай также использует для определенных своих целей. То есть вот вместе эти три страны, можно говорить, этот один дракон, три страны, один дракон, три головы, это такая организация, террористическая, можно сказать, организация трех стран, которые уже нужно будет принимать меры всему мировому сообществу, ну, по крайней мере, тому, который демократическим ценностям больше присматривается, чем каким-то таким террористическим, как эти три страны себя показывают. Тобто на хід війни це може вплинути якраз ось таким чином, да. Що Китай відкрито буде тепер, да? Так? Да, это как раз на ход войны очень хорошо может повлиять. Почему? Потому что потом можно будет и на Китай распространять действия некоторых санкций, а то и все, которые сейчас введены на Россию, на Иран. То есть третьим будет Китай, и это очень важно, это надо грамотно делать. Причем правильно, допустим, почему эта информация у нас сначала, мы с вами ее начали подсвечивать, потом еще. За нами пошли, вот сейчас уже, допустим, уже разведки начинают говорить. Это ж сигнал всем инвесторам, сигнал финансовым кругам, экономическим кругам. Убирайте из России, из Ирана и из Китая, убирайте деньги, убирайте производство.
прекращайте отношения и какие-то долговременные связи, потому что впереди уже санкции против вот этой войны, санкции и на Китай тоже светят. Потому и нам это же тоже надо, это же не так все просто, нам тоже надо уже понимать, что впереди не только отказ от сотрудничества с Россией и с Ираном, а отказ от сотрудничества с Китаем, причем полномасштабный, то есть без дипломатических, экономических, финансовых каких-то отношений. Это сигналы нашим элитам, которые занимаются экономикой и финансами, для того, чтобы также не подпускали Китай, по крайней мере, или, если есть там какие-то завязки, выходили из Китая, чем быстрее, тем лучше. Те, що Путін продовжує бити по Одесі, це може означати, що він не може виграти війну на полі бою і ось таким чином економічно намагається нас ще дотиснути? Ні, це, мабуть, більше зв'язано з некоторими меркантильними, причому такими жорсткими меркантильними інтересами Путіна, Патрушева. Це ФСБшна тема больших грошей. В прошлом місяці, по-моєму, 14 июня, від Свіфта був відключен Россельхозбанк. А это банк под контролем Патрушева, сына Патрушева, Россельхозбанк, он в общую систему входит Министерства сельского хозяйства, которым сын Патрушева заведует. И через этот банк миллиарды долларов проходят как мойка, потому они теряют эти деньги. А когда теряют деньги, а причем это ж не рубли, это реально там миллиарды долларов, отключенные от SWIFT, они не могут ни мыть, ни прогонять, ни какие-то сделки совершать. Потому как только выбросили их из SWIFT, сразу побежали позвоночники. Первый барыга международный, это Гутерреш, тут же побежал предлагать от ООН, предлагать подключение Россельхозбанка за то, чтобы вернулся обратно Путин в зерновую типа сделку. Никому зерно украинское не надо и никакой проблемы не до поставки зерна на мировой рынок. Мы поставляем, 20 миллионов тонн, 800 миллионов тонн производства рынка. Да это даже, по-моему, не 5%, то есть в районе 5%. Потому я думаю, здесь проблема как раз в этом банке, ну и плюс еще Путину так и не удалось прокачать аммиак через Украину. Хотя в договоре мы об этом говорят, не знали. Но я думаю, барыги из нашего правительства точно знали. В договоре между Россией, Турцией и ООН Гутерешем забит о том, что прокачка аммиака гарантировалась под зерновую сделку. Естественно, Украина его не прокачивала. А там, говорят, потом еще и труба сама взорвалась, изнутри разнесло. Потому и эта проблема у Путина. Одна и другая. Прокачка аммиака и возврат в SWIFT Россельхозбанка. Вот он будет его проталкивать. Потому он начинает бить по портовым структурам. Это в чистом виде терроризм. Это террорист, который шантажирует, называется расстрелом заложников. Он каждый день заложников расстреливает, требуя возврата в такого уровня подключений и прокачки того же аммиака. Ну вот все зависит от того, как к этому всему относиться. Не надо было изначально в него вступать, но это мы уже с вами говорили. То есть с террористом нельзя вообще никаких дел иметь, никаких абсолютно. Иначе он потом поднимет до такой степени свои требования, что их просто нельзя будет выполнить, и он начнет убивать заложников. Вот то, что он сейчас делает. А если бы не входили, было бы все немножко проще. Но сейчас видно подготовка нашим правительством, подготовка защиты по разным направлениям, защиты береговой черты, защиты портов, защиты Одессы. Скорее всего, будут перенаправлены некоторые потоки вновь поступаемых зенитно-ракетных комплексов в пользу Одессы, Николаева, потому что не только же Одесса под ударами, от Николаева до Затоки, то есть они везде пытаются достать портовые структуры. Вот это сейчас вот такая задача у Путина. Ну а по поводу энергетических моментов, я думаю, это все будет ближе к осени. Вы же видите, в последнее время не используются ракеты Х-101 и Х-555, идет их производство и накопление. Они в основном работают «Ониксами». Это береговой ракетный комплекс «Бастион», который у них есть. Это ракета «Оникс» этого комплекса отстреливается. Работают Х-22 с «Моздока», Ту-22М3. Ракеты, те, которые мы когда-то отдали россиянам, сейчас они обратно летят. Кучмуб этого, ладно,
Кравчук уже отошел в тот мир, Кучма еще есть, его поставить бы туда вместе со всей его родней, чтобы в Одессе ловили этих А-23 и обратно. Не получится, наверное, он в другом, на других морях сейчас убежал, успел убежать. И используют некоторые калибры. Ну, калибры, количество небольшое, ракетные пуски. Один был большой пуск, 16 ракет, когда шло, два корабля. Но для этого надо использовать свои береговые ракетные комплексы. Вот Данила уже дал информацию о том, что у нас есть некоторые механизмы защиты портов. Ну, скорее всего, это имеется в виду БРК, береговые ракетные комплексы, те же «Нептун». Это ракета Х-35, Х-35У, уже переделанная нашими умельцами в ракету «Нептун». Но у нее хорошая дальность, там ее можно еще больше увеличить до 300 километров дальности. И здесь уже можно будет топить российские корабли. Надо просто понимать, как к ним подойти. Ну, раз уже наши беспилотники дошли до Крымского моста, Керченского моста, я думаю, до кораблей надо будет добираться. Ну, все степ-бай-степ, всему свое время. Пане Григоровичу, Кримський міст перекривали сьогодні, так, була повітряна тривога. Скажіть, будь ласка, враховуючи ось кількість атак, які ми спостерігаємо останнім часом, окупанти ж, в принципі, не можуть піти на те, щоб закрити Кримський міст, і вони ж таким чином, напевно, прикриваються людьми. Ну, это для этого же надо. То есть они оставили, то есть мы подорвали одно, вывели из строя один поток автомобильный, они по второму запустили в реверсном режиме поток гражданских, прикрывая это железнодорожный мост, по которому идут военные грузы. То есть они гражданским потоком по автомобильному мосту прикрывают военный объект, железнодорожный мост. Ну вот это такая, мягко скажем, подлинное действие с использованием своих гражданских лиц. Но дело в том, что по всем законам, по всем конвенциям, гражданские лица, которые находятся в районе военного объекта, они сами несут ответственность за свою жизнь. Потому атака беспилотников, которая будет, скорее всего, на мост железнодорожный, или беспилотников, или ракет, то есть в зависимости средств поражения, по железнодорожному мосту, а лучше это делать не по самому мосту, а по поезду, который будет проходить по ЖД-мосту. Допустим, тянет поезд, тянет там, они по 20 бочек тягают, но иногда бывает и 60 протаскивают, тянет 60 бочек поезд, уничтожение. Так, а мы, кстати, видели первый взрыв на мосту, как раз был и загорелся как раз именно такого рода состав с топливом. То есть подорвать состав с топливом, он сожжет мост. Понятно, что сгорят и те, кто будут двигаться по автомобильному мосту. Но еще раз повторяюсь, это их уже получается личное решение, так как Крымский мост объявлен военным объектом. И потому движение по нему имеется в виду как движение по военному объекту, и любой гражданский, если потеряет свою жизнь, он сам за нее и будет отвечать. У Рязанській області безпілотник також атакував аеродром. Ймовірно, йшла мова про летовище Дягилево. Що відомо про цей аеродром, ну, з точки зору для нас, для України? Ну, це основний аеродром, ми по ньому вже били, коли, пам'ятаєте, удар був по Енгельсу, парою били і по Дягилево. Дягилево – це великий центр підготовки пілотів, підготовки дальньої авіації, там і самоліти, і основні самоліти Ту-22М3 – це якраз ті самоліти, которые несут ракеты Х-22, которые для Кучмы предназначаются все. То есть эти ракеты, они и базируются, там есть СИС, это специальная инженерная служба, которая заправляет эти ракеты в Дягилево, потом они их перебрасывают в Моздок. И Моздок это аэродром на Кавказе. Моздок они используют в качестве аэродрома подскока. После посадки на Моздоке, там перезаправки и уже выполнение определенных задач подготовки, они потом выходят на Азовское или Черное море, на дальность спуска, сбрасывают ракету. Она не всегда, эти ракеты долетают, это старые ракеты, и падают иногда и в Азовское море, и в Черное море. Этих там уже Х-22 много, вытекает очень много такого ядовитого топлива, там страшное топливо, там дохнет все и вся. Да, даже боевые дельфины российские вместе с боевыми трепангами и боевыми
водолазами от этого топлива. Но, тем не менее, ракеты доходят, они наноточные, они попадают, работают по нам. Потому вот удар по Дягилеву – это удар по системе подготовки самих ракет. Я думаю, доберемся мы и до СИС, доберемся до системы управления, до тех людей, которые маршрутизируют иногда и проводят целеуказания. Они тоже могут находиться в Дягилево. Потому правильно, то есть целеуказание поставлено нашим вооруженным силам правильно. Дягилево – это такой серьезный военный объект, который должен быть уничтожен. В Американському інституті вивчення війни говорять про те, що Збройні сили України атакують на всіх напрямках і значно просунулися під Бахмутом. Якщо візьмемо ось цей тиждень, Роман Григорович, як би ви його окреслили на фронті в цілому? Тяжелая неделя. Тяжелая, потому что россияне начали наступательные действия, иногда на контратаках, иногда в чистом виде наступательные, на Луганском направлении, и перебросили, они вводят в бой уже стратегические резервы. Не вытерпели, начали вводить в бой стратегические резервы на Луганском, Донецком направлении, в районе Бахмута, в районе Донецка, в районе Марьинки и Авдеевки, в районе Бахмута по некоторым позициям, в самом городе, по высотам. Атакуют вдоль всего Луганского фронта от Купянска до Кременной. Но это ожидаемая реакция россиян, так как то количество резервов, которые у них есть, их надо сжечь, нам их надо сжечь, потому наши действия на Луганском и Донецком направлении очень грамотные. Мы вытащили их стратегические резервы. А теперь будем двигаться на Запорожском направлении. То есть это замысел главкома Залужного, он так вот выполняется, ну, это вот, это боевые действия. Там знакопеременное сейчас направление, мы на контратаках в режиме активной обороны, но на контратаках пытаемся уничтожить большое количество российских войск, связать их там тяжело, но будем выполнять эту задачу. Пока используем только оперативные резервы, которые там есть на Луганском и Донецком направлении. И плюс туда подошли достаточное количество боеприпасов, вот тех кассетников, которых нам пообещали наши партнеры. Американцы их передали, очень быстро передали, буквально уже через несколько дней, как заявили, у нас уже было достаточное количество этих кассетных боеприпасов, и мы уже начали их использовать. Видео это есть, очень красочное, зрелищное. Ну а сейчас надо следить за количеством уничтоженных врагов. Оно сейчас поднимется в 1.5-2 раза, как раз это и задача применения этих снарядов. Романе Григоровичу, давайте ще поговоримо про наші внутрішні виклики. Міністр внутрішніх справ Клименко заявив про те, що на початку повномасштабного вторгнення Росії було звільнено близько 3,5 тисяч правоохоронців і близько 250 з них перейшли на бік ворога. Це багато, і що ось з цим робити? Ну, в 2014 году донецкие менты, я по-другому их назвать не могу, плохим словом, мусора, менты, как угодно. Большинство их полностью, там тысячи человек, по-моему, больше 10 тысяч человек, перешло в прыжке, переобулись в фуражки российской полиции. И те приусы, которые в свое время были выделены, они там потом использовали уже для своих целей, для российских задач. Тысячи человек в 2014 году ментов перешли на службу Российской Федерации под командованием, тогда в Донецке был Дикий, фамилия такая, он был замначальника МВД области. Они нас сдавали, мы формировали, я был тогда советником губернатора, военным советником, собирал штабы специальные, то есть выполняли силовиков, выполняли задачи по противодействию захода. И вот менты нас там сдавали. Они нас сдавали, и когда формировали батальоны и партизанские, и батальоны в составе МВД, сдавали всех пацанов, потому пришлось перевести основной центр формирования в Днепр, в батальон Днепр-1 к Березе, и там на его базе уже формировались донецкие батальоны, большинство донецких батальонов. Вот так сложилось, и там тысячи человек перешли.
Вот лично меня, мне пришлось остаться управлять партизанским движением, вот лично меня сдали российским грушникам менты донецкие, которые выследили, следили за мной и сдали грушникам вместе с группой «Монгола». А пытали тогда как раз, и они же и пытали вместе с теми же грушниками, с этим израильтянином Евич, по-моему, в изоляции. То есть вот такой подход тогда был в 2014 году. Ничего не изменилось в 2022. Так же само такое же количество ментов, которые перешли, вот говорят 250, но это, так сказать, задокументированных 250. А если уволили там несколько тысяч, так вот это считайте, что вот эти все тысячи, они там и есть. То есть они также в прыжке переобулись. Так вот сколько лет прошло, с 14 по 22 год, 8 лет структура МВД не очистилась. И она не очистится. Это та структура, которую нужно просто делить, и ее просто не должно быть. В свое время Саакашвили правильно сделал со структурой МВД в Грузии. В один день объявил о том, что Республика Грузия не нуждается в Министерстве внутренних дел. И распустил всю структуру. Вот это то же самое надо сделать, и не поздно сделать и сейчас. Министерство внутренних дел не должно существовать. Это очень мощный, здоровый монстр, который вобрал в себя несвойственные ему функции. И, возможно, его просто развалить на отдельные структуры пограничников, МЧС, Нацгвардию передать воинскими частями в ведение вооруженных сил Украины, оставить следственную функцию, опять, это не МВД, это Следственный комитет, следствие и полиция, само собой, полицейские, которые будут выполнять задачу охраны и обороны уже гражданского населения. Все. И там есть моменты, которые его просто надо развалить. Ничего не поменялось. За 8 лет ничего не поменялось. Больше скажу, даже вот за полтора практически года войны тоже ничего не поменялось. Здесь больше нужно бояться полицейского сейчас, чем открытого врага, который где-то на линии фронта. Почему? Потому что вот эти даже те, которые говорит там 250-350 полицейских или несколько тысяч полицейских, перешедшие на сторону врага, они ж не просто так перешли. Они перешли со всем багажом знаний о участниках АТО, про украински настроенных гражданах, о членах их семей, откуда там на той территории, на оккупированной территории столько пыточных, столько расстрелянных и кучи могил. Это вот эти мусора, эти менты, которые сдали украинцев, сдали российским войскам. У них же не просто так заходили, они целыми заходили списками, которые менты показывали, где кто находится. Также и меня взяли в Донецке по той же самой схеме. Менты донецкие указали, перед этим были у меня на совещании, а через день указали, где я нахожусь и где меня можно найти, как меня можно взять. Это твари, которых просто не должно быть в нашей стране. Но это старые пережитки совка советских времен. Мы просто их еще до сих пор не переживали. Это как раз оптимально, это как раз сейчас и делать. Но не знаю, сможет ли сделать это правительство, вряд ли. У них яйца по 17 гривен, а здесь же, понимаете, не надо. Нужны с объединенного урана. Они хлюпики. Романе Григоровичу, але я уточню, чи дозволите, ви говорите про те, що потрібно ліквідувати саму структуру, так роздробити її, але люди ж, які там працюють, вони все одно ж лишаються? Тобто це що, всіх вигнати чи як тоді? Да, однозначно, люстрировать, полностью всех люстрировать, набирать обратно через полиграф. Другого варианта нет. БРМ, есть такое понятие, бывшие работники милиции. Это самая страшная вещь в постсоветском пространстве. В основном беды все из этих БРМ, бывшие работники милиции. Это потенциальные преступники нашего государства. Ну, то есть они до сих пор среди нас,
А вот это самое страшное. А дальше разогнать полностью и перенабрать через полиграф, как это делается в службе безопасности, в контрразведке. Но там, где это должно делаться. Видите, как в СБУ Баканов протащил россиян. Как-то они прошли, не прошли спецпроверку. Это делается в ГУРе, это делается в силах спецоперации, это делается в Генштабе. Есть такое, это делается в любом банке. Себя уважающим есть система, пропускается через полиграф сотрудники, и если хоть какая-то есть возможность работы на врага, то есть госизмены, он просто не допускается, не проходит спецпроверку и не допускается к выполнению служебных обязанностей. И вот и все. То есть это надо сделать и с МВД однозначно. Мы до сих пор имеем внутри страны вот такую пятую колонну. Их у нас, этих пятых колонн, еще много. Много людей с паспортами недружественных или неважно каких стран в управлении государством. Их пошерстить надо всех и вся. Непонятно, это в конце концов интересы Украины защищает или интересы Венгрии, Грузии или Израиля или еще какой-то страны, имея там два паспорта, три паспорта. А он выполняет задачу, допустим, да еще и допущен гостайн. То есть это целые процессы, которые надо начинать с зачистки государства изнутри, а это как раз одна из задач вооруженных сил Украины, кто бы как ни понимал это. Дело в том, что в задачах вооруженных сил Украины и в самой присяге народу Украины, которую дает любой военнослужащий, сохранят суверенитет и территориальную целостность. Территориальная целостность занимается вооруженные силы на полях сражений, а суверенитетом надо заниматься внутренним органом разведки, контрразведки. Для этого вот есть у нас Будановы, товарищи, которых много, вот они должны заниматься суверенитетом государства. И это очень важно и нужно. И также заниматься суверенитетом должны и контрразведчики службы безопасности Малюка. Сейчас они себя показывают хорошо, но, тем не менее, не дорабатывают это точно. Ни одни, ни другие. Ни Буданов, ни Малюк не дорабатывают. Раз у нас до сих пор столько такой беды, и она до сих пор есть, никуда она не делась. Роман Григорович, я дякую вам, як завжди, за цікаву розмову, дякую за детальний аналіз, і дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику Новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube-платформі. Ще раз всім дякую за увагу, все найкращого, до наступної зустрічі. Романа Григоровича з понеділка чекає нас на Фабриці. Дуже вам дякую. До свидання.